Ребята, всем привет! С вами, как обычно, мафиозник. И сегодня я, короче, арендовал одного человека. Здравствуйте! Наверное, вы меня знаете, наверное, нет, но меня зовут Веля, как бы 4 буквы В-Е-Л. Я, да, как бы. Ты зачем меня забрал, дяденька? Да, делать будем. Все говорят, там мафиозник Origin Case, как откроет, как выпадет. Вот мы сейчас с тобой, короче, знаешь, что сделаем? 16 я тебе купил. Тебе и с тобой сейчас по 8, как долбанем. Так, нефиг делать-то, сказать, Origin Case, сейчас будем выбивать АКР и Treasure Hunter на всякие где-нибудь байонеты, ну шо, погнал. Давай ты первый, как говорится, покажи-ка мне вот свой вот этот везение открытие кейса, потому что я видел, что ты открывал АКР, выбивал АКР, Treasure Hunter, Статрек. Все, да, полетели, да, пока. Только, ты выдержишь? Я попытаюсь. Ну так-то договорил, там жопу понимаешь. Ну, короче, ребят, сейчас посмотрим, да. Погнали. Я ничего не бущу, там посмотрим, как, короче, у нас будет две тактики. Как открываешь ты, и как открываю я. Я открываю без бустов первых, там 2-3, а потом... Ну давай, ну давай, ну чё, полетело первый кейсик. Блин, куда ты так это разогнался-то, а? Теперь профессионализм мы чекаем. Я сразу знаю, где находятся ножи, я сразу знаю, что здесь выпадет так этот М9 Брабайны Драгла. Сразу знаю, открываю, сейчас он мне выпадает, все, и мы как бы это выигрываем. Да, ну, да. Собственно, блин, как бы... Сатрек. Сатрек зато, блин. Сатрек, да, как бы, собственно. Ну, а вы, ребятушки, как бы, не забываем лайк, подписка на канал с колокольчиком, комментарий, потому что лайки — это везение. Чё, хотите, чтобы мы из Origin Case выбили все самые офигенные скины? Надо лайки ставить. А, да? А, ну да, 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 точно. Ну, собственно, кто есть батя Open Case? Говорю, лайки всегда помогают, поэтому сразу лайк поставил, сразу подписался на канал, все делаешь. Ну, ништяк, сейчас посмотрим. Чё, полетели, да? Короче, получается, по идее... Это эпик, у тебя статрек, типа это круче? Ну не, я не, братанчик. Тут даже, тут это Pathfinder, понимаешь? Тут даже есть статрековский, это вообще фуфло полнейшее. Понял, давай. Подожди, сразу на рынок. Куда ты покупать? Я уже обсираюсь, думаю, ну все, ГГВП. Сразу пенсию, да, подкидывает. Максимум, что я делаю для бустов, это вот так нажму и выйду. Ага. Все, и потом открываю, и... Ну хорошо, сейчас... Давай, давай, и... Ну че, куда там? АВМ Феникс, ну чистого. Слушайте, смотрите, жок. Если по бустам, что мы делаем? Крутим раз, потом крутим два. И потом мы что делаем? Крутим три. Все, как бы это Origin Case, полетели, смотрим, что сейчас выпадает. Выпадает, знаешь что? Да куда? Ну сколько вас, черт возьми! Не, ну тут сейчас-то он не статрековский, видишь, да другой. Не, вопрос, какого черта ты не статрековский? Реально? Ты все быстро. Капец. Тут у тебя, смотри, какое постоянство. Капец. Два одинаковых. Ну блин, это Origin Case за 1000 голды, ну камон. Ты что, хочешь тоже себе под... Ты тоже хочешь себе под... Раньше мы открываем на твоем аккаунте, понимаешь? Ой, ну вот. Ну и вот, собственно. А что они все рядом в машине? Три назад, два подфайтера тупо. Я ну, это, ну это Габелла, понимаю. Это так, пацаны, вот сейчас вы ставите кучу лайков прямо перед моим открытием, чтобы я как бы сейчас открыл, выбил самый дорогой скин, чтобы мафиозник офигел, да, понимаете? Ну потому что вы там лайки проставили. Так, ну что, а мы, собственно, полетели. Давай я, короче, М9 байонет прокручу и сделаю быстро рукой. О, все, вот так вот руки убрал, вот они мои руки, быстро тыкнул и полетели. И вы по... Да я сейчас буду в злости! Вы угораете! Это потому, что мышка не из говна и палок. Вопрос, зачем мы начали открывать Origin Case? Есть же много, есть же Fable Case. За где-то сатенчих. Нет, за косарик полетели открывать, ну ё-моё. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Я сейчас возьму самый последний, открою. И вот попробую тоже пробустить, просто все 4 ножа сделать, просто попробовать, понять, ну, может, тоже работает вправо. Вправо покрутить, главное, вправо, не влево. Не, ну я сейчас вообще не переживаю за то, кто выиграет, а я переживаю за то, чтобы что, хоть что-то выпало. Да я серьезно вам говорю! Аксель Болт, я не понял, что за кейсы? Кому звонить, куда, алло, я не знаю? Это что такое? Серьезно? Раз, два, три, четыре, пять... 5 дробовиков! Хорошо, ладно. Рекорд. Это рекорд. Я считаю, это победа. Я считаю, это... Ну да, ну и где еще? Давай. О! Ой! Статрековский! Да не, конечно! Куда ты мне статрековский тут будешь давать? Не, ну это... пошло разнообразие, знаешь, типа, ну, неплохо, да. Синяк. Вообще, мужики, разнообразие полетело. Синяк сколько полетело. Ай, думаю, надо бустить. Мужик, каждый кейс надо бустить, потому что это какой-то вообще, это какой-то невероятный must-have. Я не знаю, что... Но это троллинг в Майнкрафте. Да. Это, блин, троллинг нубика, понимаешь? Вообще, чисто попробую сейчас, короче, две арканы пробустить и нажать, и посмотреть, что... Давай, давай, давай. И... Ну! А! Ну куда? Они прикалываются вообще! Какие фениксы? Ты видел? Они просто рядом прокручиваются, и все, они даже... Да, вообще, блин! Секретная тактика Вели. Во-первых,
Ты что, с ума сошел? Это заклинание. Ага. Дальше что мы делаем, как бы? Мы вот это вот, вот так вот это вот крутим. Крутим. Чай, да и стол упадет! Торнадо! Все, и вот теперь мы открываем. Мы сделали торнадо, понимаешь? И сейчас мы засасываем все самые офигенные скинчики, например, Cyberpunk. Например, ну, например, неплохо. Например! А, хорошо, видишь, у меня вот эпик тоже есть. Как бы у нас с тобой все рарки и еще и эпик. А мы с тобой наравне какие-то уже, как-то это наравне, как-то это, блин. Получается, да. Получается так, ну. У тебя статрек. Ну да и хрен себе, как говорится. Повезло. Давай, открывай, орден кейсы, полетели, блин. Некромансер. Да. Было бы неплохо, да, блин. Блин, блин, ты ж... Я чисто в дуло посмотрел, надо просто видеть врага в глаза. Ты в дуло посмотреть. А я думал, ты в меня целишься, хочешь меня убить. Ну да ты... Просто, я не знаю, честно. Мне кажется, чтобы, да. чтобы Стану 2 выдавал, как бы, ну, нормальные скины, нужно в другое им дуло посмотреть. А, ну-ка давай, какое? Ну, там, ну, напишите в комментариях, в какое дуло нужно посмотреть. Вот так вот, понимаете? Так, хорошо, значит, сейчас. Ну, опять же говорю, по секретной тактике мы что делаем? Вот так вот. По секретной тактике. И сейчас она сработает, понимаете? И сейчас будет балдёж на Cyberpunk опять! Даже не за дрэгонский герой! Остаёнство, блин, эти игру какой-то... Как ты выбил АКР Treasure Hunter статрек? Вот как? А вот так вот, вот так вот. Нажал? Ага. И он такой... Еще сейчас будет? Е-е-е, ну, конечно, все неси! Ой, это побольше. Главное тут просто не думать о том, что упадет, а просто открывать. Ну, что-то, короче, это самое, их за... Ну, блин, капец, давай еще вот как бы вот так вот, оп! Вообще, не думай, отключая мозг, получая Pathfinder! Какая боль просто! Ой, отбой, Иисус, пацаны, лайков надо много ставить, капец. Походу, кто-то это... вот не поставил, кто-то не написал. Походу, что-то, да, я буду сейчас злиться на вас, потому что что? Потому что где лайк, где подписка на канал с колокольчиком? Вот вы, собственно, видите дроп, ты посмотри вот на это вот, сколько дробовиков нам здесь выпало. Пришел чемпион по открытию кейсов. Это откроешь, ты откроешь нам кейсы? Я сейчас открою один кейс. Вот, а еще я это, работаю в надзоре по лайкам. Ага! Ага! Тут неладное дело. Капитан, оштрафуйте их! Вот смотрите, я сейчас открою. Ага. Я вот так вот сделаю. Ага. Вот так вот сделаю. Ага. Вот так, и мы делаем вид, что мы, типа, стреляем из него. Пи-п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 и! По хейтам стреляем еще куда-то. Кто лайки не ставит на туре, ну. И... Ну, конечно. Давай еще прожить. Давай открывай еще кейс, чтобы было балдежно. Так. Ага, ну это какой-то секрет. Наколдовал, что ты там наколдовал? Ну, Киберпанк. Ну, Сайбер. Не, как бы окей! А вот это вот что тогда такое? Это вообще это не. Не поддается. Это ужас! Это я еще выбил, получается, два эпика, да? Да. Да. А! Короче, ты прошел, ты выбил то же самое, что и мы. Получается, короче, обвинить. Как это вообще делать, якозы, ребята? Может, у вас здесь тоже какие-то тактики? А если вы наставите 15 тысяч лайков, или сколько она ставит? Сколько там у тебя лайков? Ну, чтобы там 10 тысяч, 15 тысяч. 12. 12 тысяч лайков наставьте, мы сделаем с мафиозником битву Origin кейсами. Как бы я на своем аккаунте, он на своем аккаунте. Посмотрим, у кого аккаунт фартовит. А, вот оно как. Ну, кстати, да, прикольная тема. 12 тысяч. А сколько откроем? А откроем? Да я не знаю. Ну, по пятнашке откроем, нормально, что все было прикольно. Да. Поэтому, пацаны, лайк ставим, подписываемся на канал, с колокольчиком, пишем комментарии. С вами был мафиозник. И в гостях у мафиозника, получается, был Веля. Но тут, конечно, я в гостях. Кто у кого в гостях? Да, где-то кто-то у кого. Все, всем желаем удачи, всем пока-пока!